И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том, как на Windows 10 легко раздавать интернет через Wi-Fi. То есть, если у вас стационарный ПК, у вас должен быть для этого подключен Wi-Fi адаптер. Если уже у вас ноутбук, то у вас Wi-Fi адаптер, естественно, встроен в него. Итак, давайте приступим. Делается это все легко и просто, без всяких сторонних программ. Для этого жмем сюда, далее правой кнопкой жмем вот в это поле Wi-Fi. Перейти к параметрам. Здесь нам нужен пункт мобильный hotspot. Нажимаем его. Так, далее здесь нам нужно задать имя сети и сетевой пароль. Давайте жмем кнопочку изменить. Напишем здесь Android. И, например, напишем Android тест. Так, написали пароль. Ну, давайте пароль такой оставим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 единичек и жмем кнопку сохранить. Далее выбираем данный пункт и нажимаем его. Разрешить использование моего интернет-соединения на других устройствах. То есть активируем раздачу нашего интернета. Так, все сделали. Теперь давайте перейдем на телефон и попробуем найти только что созданную нами сеть. То есть она у нас должна определиться как Android тест. Итак, перешли мы на телефон. Теперь давайте перейдем в настройки. Wi-Fi, включим наш Wi-Fi и посмотрим, найдется ли наша сеть Android Test. Так, ожидаем. Так, у меня автоматически подключилась к моему роуту Android Software. Теперь смотрите, а ниже появилась сеть, которую мы только что создали. Давайте сейчас попробуем к ней подключиться. Нажимаем на нее. Давайте включим показать пароль и вводим тот пароль, который мы задали на компьютере. То есть 8 единичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И жмем кнопку подключить. Так, ожидаем. Так, идет получение IP-адреса. Так, все подключено. Также обратите внимание, на компьютере также появилась информация. Устройство, которое подключено. Здесь мы можем увидеть имя устройства, IP-адрес и физический адрес MAC. Так, теперь давайте далее перейдем на телефончики и попробуем зайти в интернет, дабы точно убедиться, что у нас интернет работает. Жмем кнопочку YouTube. Давайте перейдем в какие-нибудь мои видео. Получить root права. И жмем первое видео. И смотрим, загрузится оно или нет. И как вы видите, все работает на ура, без всяких проблем. Все, ребят, вот так вот легко и просто раздавать Wi-Fi на Windows 10 без каких-либо сторонних программ. И на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте поставить лайк, если я вам помог. И всем до новых встреч!